В Ульяновске проходит акция «Этих дней не смолкнет слава». Студентам местных вузов предстоит подписать поздравительные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. Делается это ко Дню Победы. С каждым годом акция собирает все больше последователей. В этом году будет подготовлено 42 тысячи открыток. Нам на университет выделяют большое количество открыток, это около, вот в этом году 7, в прошлом году было 10, к сожалению, с каждым годом все меньше, но от этого как бы желание студентов не убывает, несмотря на то, что вот лично уже на моем опыте уже третий год подписываем, вот возможно еще было до этого. Вот все с удовольствием принимают участие, очень рады, что нам предлагают участвовать в таких акциях. Открытки с поздравлениями молодежи будут вручены ветеранам, труженикам тыла, вдовам, бывшим узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда и детям войны в преддверии 9 мая. Вручат их специалисты соцзащиты вместе со школьниками. Напомним, в годы войны 226 тысяч ульяновцев ушли на фронт, более 100 тысяч из них погибли. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.